В республике начался прием заявок на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря. Открыли кампанию Новочебоксарск, Канаш и Канашский район. А 10 апреля очередь столицы Чувашии. Регистрация заявлений будет осуществляться в единой автоматизированной системе. Всего летом 2021 года будут работать 3 муниципальных загородных лагеря, 32 лагеря с дневным пребыванием и 34 группы кратковременного пребывания. Новшество в этом году будет заключаться в том, что будут предоставлены в автоматизированной системе только 3 наших муниципальных лагеря. Это Волна, Березка и Бригантина. Всего мы предусматриваем 7 смен за летний период. Смены будут делиться на профильные на 10-11 дней. Ну и вторая смена, самая мы ожидаем теплая, будет полноценная на 21 день. Всего мы хотим охватить до 3000 наших учащихся города Чебоксары летним отдыхом именно в загородных лагерях. Для того, чтобы подать заявление, родителям необходимо обратиться в школу, где обучается ребенок. Оператор поможет правильно оформить комплект документов и ввести их в систему. Подача заявлений в загородные оздоровительные лагеря осуществляется в системе Е-услуги. После того, как заявление будет зарегистрировано, полный пакет документов с копиями свидетельства о рождении ребенка будет сформирован в отдельный пакет и будут ждать они уже, когда придет объявление о том, что нужно выкупить соответствующую путевку, на которую они подали заявку. 17 апреля заявки будут приниматься по всей республике, а первая смена в лагерях начнется 1 июня. Ольга Семенова, Дмитрий Салманов, Республика.